Как ты это сделал, я не знаю. Знаешь, это но вот твои магия, шаловливые ручки, магия. Илья, аккуратнее, прямой эфир. Каким-то невероятным образом визуализировали на нашем столе вот эти прекрасные бутылочки с чем. Я сейчас буду вам, ребят, рассказывать. А ты пока, Илья, занимайся тем, что ты будешь открывать. Я пока вам буду на камеру это все показывать подробнее, чтобы вы видели, как это красиво вообще. Мы вам рассказываем про детокс-программу полезных смузи. Вот. Да, есть такое. Она предназначена для мягкого очищения организма от шлаков и токсинов. Ну, то есть, вы это пьете и худеете. Вы это пьете и оздоравливаете свой организм. Вы это пьете и получаете витамины, питательные вещества, гигантское количество всего, что вам нужно. Вот смотри, зеленые соки. Вот, ты знаешь, два. Что внутри? Ну, два, это потому что тебе и мне, это не все тебе. А, вот так да. Вот? Да. Делиться да, нужно теперь. Green протеин написано здесь, ребят. Смотрите. Смотри, читай. Да, читаю. Зеленые соки содержат хлорофилл, тем самым они разжижают кровь и способствуют выводу токсинов. Это же детокс-программа. Надо болтать. Да. Да. Овощные соки выводят шлаки естественным путем. Фруктовые соки со спирулиной. Со спирулиной, да. Спирулиной. Да, люди, они дают энергию. Да. Ну, а тут же водоросли, представляешь, а тут все вместе еще и вкусно. Они дают энергию и насыщение организма всем необходимым, что нужно для него, всеми питательными элементами. Это натуральные ингредиенты, это всегда источник витаминов и помощник для организма. Ребят, что очень важно, сейчас, возможно, на ваших глазах мы похудеем. Потому что, я сейчас объясняю, при проведении программы Detox от Crystals, от двух дней происходит снижение веса. Удиви меня, давай. Два дня, 2 килограмма. С ума сойти. То есть 4 дня, 4 килограмма. Я уже сейчас потеряю 300 граммов. Вот тут, смотри, написано в составе, что есть шпинат. Ты его чувствуешь по запаху? А? Есть по запаху шпинат? Тут много всего другого еще. Смотри, тут манго, банан, ананас, апельсин, спирулина, шпинат. Представляешь, сколько всего? И вау, все же полезное. Ну-ка, теперь я. Это все очень вкусно, ребят, а сейчас это еще и актуально, потому что, ну, во-первых, давайте будем честными, мы не всегда и не все питаемся правильно. А там же нужно баланс соблюдать. Да, и еще овощи, образ жизни клетчатка. Мы ведем так себе. Поэтому из организма всю эту гадость нужно выводить обязательно. Более того, ребят, программы, каждая программа для вас будет готовиться под заказ. И вот это сейчас на столе, та самая программа, и будет доставляться всегда вам свежей. Также прилагается специальная карточка, я вам сейчас покажу. Раз ты заговорил, что это программа, нужно обратить внимание, что все крышки у нас, пронумерованы. Да. Все смотрите, по порядку. Вот такая программа. Смузи Детокс Программ написано так, здесь. Вот здесь все расписано. Здесь седьмой все пункт прочитай, Максим. По порядку. Это у нас седьмой то, пункт. Что у нас 7. Употреблять шоты следует осторожно. Почему ты не попросил меня заранее это прочитать? Ага. Подбирая свою комфортную дозировку. Мне этого мало. Угу. Угу. Просто добавьте в воду небольшое количество шота и пейте, наблюдая за ощущениями. А, это надо было добавить в воду и наблюдать за ощущениями. Ты наблюдаешь где за ощущениями? Где же ты был раньше со своим 7-м пунктом? Но это ладно. Ребята, детокс питания – это мировой тренд. Вы должны знать это. Люди, которые много путешествуют, ну, наверняка уже давно знают и применяют этот замечательный способ заботы о своем организме. Ну и вот и до нашего города добрался детокс. Это все, обалденно. Это замечательно. Никому это не отдавай.